Ah!
Похоже, ты с оружием на «ты». Нужны деньги? Поднимись наверх, поговори с Дитрихом. Привет, герой. Ты классно валишь мутов, но не путай с ними машиноголовых, герой. Свяжешься с ними, пожалеешь, что на свет родился. Я не молодею, парень. Принеси мне каметник, чтобы снять боль. Круто! Очистил пещеру от мутантов и остался жив. Редстоун знал, кого нанять. Я ему передам. Герой, ты должен поговорить с Редстоуном. Поднимайся наверх, он там. Эй, нужна работа. Эй, слушай, мой деловой партнер, парень по имени Дитрих, ищет человека, умеющего обращаться с оружием. Поговори с ним, если не против. Найдешь его за лавкой Яни. Уничтожая мутантов, ты делаешь нашу жизнь безопаснее. Желаешь сделку? Забегай, ассортимент часто меняется. А, ну наконец-то. Мне давно хотелось с тобой встретиться. Добро пожаловать. Я наслышан о тебе. Ты отлично решаешь чужие проблемы. А у меня как раз возникла проблема в химической лаборатории. Я точно знаю, что для тебя это совсем пустяки. Тебе это по силам. Моя перегонная установка работает автономно. Необходимо только взять реторты, поместить их в главную перегонную установку и подождать, пока они наполнятся. Как видишь, ничего сложного, да? Я уверен, ты справишься. Однако есть одно «но». Мутанты услышат запуск, и тебе придется, ну, оставаться живым, пока наполняются фляжки. Думаешь, парень с твоими способностями справился бы? Прекрасно. Химический завод находится к северу от города. Принеси мне то, что нужно, а уж я в долгу не останусь. Подумаешь, напинать мутом, бывают твари и покруче. Врагу не пожелаю влезть на территорию шакалов. Что ж, ты молодец. Но мутантов бить дело нехитрое. Я-то знаю, как ты можешь закрепиться в моем городе. Этот город мой. Но я вынужден иметь дело с машиноголовыми. Они обычные бандиты с пустоши. Но так вышло, что именно они подают в город электричество.
При этом все время взвинчиваю цену, понимаешь? Эти мерзавцы у меня в печенках сидят. Говорят, они научились объединять филтрит с плутонием. Если это так, и мы возьмем их оборудование, то надолго обеспечим себя энергией. Это твоя задача. Они держат все в охраняемом подвале в банке над нами. Нужно, чтобы ты проник в этот банк. Открой подвал и достань мне филтрит. Понял, что мне нужно? Вот что ты сделаешь. Ты проникнешь туда через старые подземные помещения рядом с банком. Этот ключ отпирает дверь в комнату руководства. Пройдешь через нее и сразу выбирайся наверх. Слышал, ты крутой стрелок. Слушай, если ты не встречался с Дитрихом, поговори с ним. Ему был нужен стрелок. Говорят, это ты помог Джонсу с мутантами. Говорят, ты из тех оттаивших солдат из прошлого. Знаешь, за тебя обещают кучу бабла. Но тебе повезло. Никто не верит, что правительство в самом деле заплатит. Мутантов больше нет. Город сможет расширяться. А это значит, что у нас будет работа и жилье. Иди займись бандитами. Я не хочу рисковать деньгами из-за беспорядков на дорогах. Добрый день. Я вступила в сопротивление после работы с генералом Кроссом в старом городе. У меня не было выбора, после того, как я поняла, что нанотриты можно использовать для спасения мутантов, а не подчинения. Мои исследования показали, что мутантов можно излечить с помощью перепрограммированных нанотритов. Капитан Маршалл помог мне устроить небольшую лабораторию, чтобы я могла продолжать свои эксперименты. Расшифровать этот диск непросто. Не отвлекай меня. Элизабет — наш эксперт по мутантам. А тебе совсем не помешает узнать о них побольше. Поговори с ней. Транспорт нужен? Мы готовы. Ладно, вперед. Закону номер 20. Благодарим за внимание.